Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами распродажу на кораллы. Серебро из Дагестана, ручная работа и натуральный коралл. Решили сделать распродажу, поскольку сейчас будет новиночки, будем заказывать, придет всего много. Надо немножечко, так скажем, обновить ассортимент. Поэтому у вас сегодня есть отличный шанс купить шикарное украшение по шикарно низким ценам. Ниже уже не будет. Все уже есть на нашей виртуальной витринке. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Телеграм. Все внизу, все ссылочки под видео. Я вам сейчас подробнее покажу вместе все с артикулом. И не забывайте, конечно, в разделе распродажи у нас помимо этих украшений еще много всего интересненького есть. Начнем мы просто с отдельных сережек. Серебро 925 пробы, натуральные кораллы везде. Серебро немножко с чернением. Все идет, чтобы мне потом уже не повторяться. Серьги артикул SRS-04. Цена у них была 5000. Сейчас цена 3250. Вес достаточно маленький для коралла. Здесь около 9,5 грамм. В сережечках остальные все будут тяжелее. Поэтому, если кто хочет на маленькие мочки небольшие, это вот самый-самый минимум. Коралл немножко рябинового такого розового оттеночка. Не прям лосось. Лосось он еще порозовее. Тут такой коралл, скажем, рябиновый. Очень красивый. Замочки английские. Эти части все подвижненько. Вот такие бочоночки коралла. Следующие серьги у нас. Вот такие. Здесь бочоночки немножко, видите, повернуты. Зато здесь получше видна структура самого коралла. Весь рост как происходит. Вот такая красота. Цвет тоже такой розово-рябиновый. Артикул SRS-01. Средний вес около 15 граммов. Цена была 8000. Сейчас цена 5190. Здесь совсем простые швензочки. Зато очень хорошо занижены. Английский замочек опять же. Вот такая здесь бусинка серебряная, которая все это держит. И на штифтике держится, собственно, весь кусочек коралла. Далее. Артикул SRS-05. Вес 15,51. Цена была 8,700. Сейчас цена 5,430. Здесь идет швензы без чернения. Радированные. Шарики еще крупнее. Такой получается немножко мятый шар, так называемый. Тоже видна вся структура коралла, как он растет. И цвет, вот как видите, он такой немножко, все рябиновый пока идет. Тоже части занижены, замочки английские. И эта часть подвижна. Мятые шарики тоже очень интересные, они на ушки всегда смотрятся. Еще одни мятые шарики, только они еще покрупнее. Артикул SRS-06, вес 16,31. Здесь идет швензочка заниженная с чернением и вот такая еще бусинка. Так, цена у них была 9100, сейчас цена 5700. Тяжеленькие, да, серьги. Ну, на два ушка получается по 8 грамм, в принципе, нормально. Вот такие у нас кораллы. И алые, ярко-алые, они идут на жестком, здесь неподвижный английский замочек, жесткое крепление, такие немножечко под старину, ярко-алый красный кабошон коралла, фирменный, так скажем, стиль Дагестана, завитушечки все очень красивые. Английский замочек. Это у нас артикул 22-957. Вес у них 11,6. Цена была 6300. Сейчас цена 4080. Английский замочек жесткий. И вот такой ярко-красный коралл.
Пробы, как и на всех, всегда все сзади на замочках, смотрите. Так, еще одни сережечки. И переходим мы потом к комплектам. Здесь идут серьги с жемчугом и кораллом. Коралл такой средний между красным и розовым. Ярко-ярко, скажем, рябиновый. И жемчужинки. Артикул 22-1059. Цена была 6800, сейчас цена 4420. Вес на две серьги 11,37 грамма. Серьги идут английский замочек полупетелька, которым жемчужинка вот вставлена. И эта часть идет подвижная. Вот такая красотулечка. Так, далее комплектики. Что у нас по комплектам осталось? Крупные кабошоны, ярко-красный коралл, яркий комплектик. Артикул 22-981, цена была 11 тысяч, сейчас цена 7 030 рублей. Вес серег 12,56 грамма, а кольцо здесь 18 с половинкой. Серьги на подвижной части идут. Швензочка английский замочек. Швензочки хорошо занижены, будут дырочку закрывать. Эта часть подвижна. Здесь как корзиночка, не закрыто ничего. Вот такие яркие кораллы и колечко к ним 18,5. Тоже достаточно высокая сеточка. Сейчас поближе. Вот такое вот кольцо. И похожий комплект, но здесь совсем-совсем маленькое колечко, 17,5. Вот такой артикул у него. 22-1005. Цена была 11200, сейчас цена за комплект 7250. Вес серег около 13 грамм, кольцо, как и сказала, здесь 17,5. Тоже ярко-красные кабошоны. Жесткая сцепка, замочек английский на любую мочку. Места здесь много. То есть и по полноте все здесь, по высоте все пройдет. Колечко 17,5. Вот такое. Так, и эксклюзивный комплектик с крупными кораллами. Ярко-ярко красными. Здесь очень простая оправа. Здесь вот весь акцент, собственно, на палочки коралловые. Артикул 22-1059. Цена была 15 510, сейчас цена со скидочкой 10 080 рублей. Вес серег чуть больше 15 грамм, кольцо здесь 18,5. Серьги английский замочек, полупетелька. Здесь все закрыто. Палочки коралла. И вот такое высокое и длинное колечко. Все по комплектам, по серьгам все. Дальше будут отдельно колечки. Они без комплектов. Просто кому-то, может быть, надо дополнить свой образ. Если кто не носит сережечки и просто любит колечек побольше. Коралл с цирконами. Артикул 32-72Б. Цена была 4500, сейчас цена 2450. Размер здесь 17,5. Высокая корзиночка, малинка, цирконы и, собственно, кабошончик коралла. По колечкам быстро пробегусь, их, в принципе, достаточно много на любой выбор. Вот такое длинненькое. Артикул 32-100. Цена была 4200, сейчас цена 2260, размерчик 19. Удлиняет пальчик. Ну, такое тут явно видно, что в восточном-восточном таком стиле. Следующее. Сейчас начну с маленьких, потом покрупнее.
Так, артикул 32-771. Цена была 3200, сейчас цена 2000. Размерчик 18. Тут оно тоже по бокам такое, все видите. Резное украшенное. И снизу тоже все очень интересно сделано. Вот такое коралловое колечко. Так, вот этот стиль очень любимый тоже многими, с бирюзой были, с разными вставочками. Осталось только колечко. Артикул 32-792. Цена была 4200, сейчас цена 2280. Размерчик 19,5. Колечко большое, высокое. Все серебро с чернением. Тут прям вот опять же под восточный такой стиль. Очень явно выражен. Подобный ему тоже такая малинка поменьше. Артикул 32-62. Цена была 3100, сейчас цена 1940, размер 19. Совсем высокая. Все такое резное украшенное. И опять же небольшой коралл, кабошончик круглый. Далее. Вот такой ромбик-домик. Артикул 32-777. Цена была 2600. Сейчас цена 1820. Размерчик 17,5. Ну, можно вот так себе, да, кому как удобно, на пальчик. Далее пошли у нас кораллы покрупнее. Такой красно-розовый яркий. Артикул 32-854. Цена была 4520, сейчас цена 2930. Размерчик 18,5. Так, крупные красные с гроздью винограда. Это уже остаточки у нас от эксклюзивной коллекции были, где крупные-крупные кораллы. Артикул 32-854, размер 19,5. Цена была 7500, сейчас цена 4880. Крупный здесь камень вставлен и шикарная вот такая виноградная кисточка. Далее. Вот как раз пошли кораллы более такого лососевого цвета. Тоже из эксклюзивной коллекции. Артикул 32-877. Размер 18,5, цена была 7160, сейчас цена 4660. Вот такой здесь шикарный коралл. И шинки все широкие, прям добротные, серебра много. Следующий. Совсем простая оправа сверху, чтобы вот только вот весь фокус на коралл. Артикул 32-818, размерчик 18,5, цена была 7420, сейчас цена 4830. Шикарные кораллы. Цвет тоже такой, более в рябиновый. Так, ну и самый крупный напоследок оставила. Крупные-крупные кольца, шикарные. Артикул 32-877, размер 20,5, цена была 8800, сейчас цена 5720. Крупное колечко высокое, шикарный, конечно, тут. Удивительно природные кораллы, какие все красивые. Так, следующее вот такое. Артикул 32-818, размерчик 20, цена была 9630, сейчас цена 6260. По цене сориентирую, в следующий раз все, что получаем, уже приходит девочке в разы дороже, потому что эту коллекцию мы вообще получали, по-моему, кораллы последний раз в прошлом году. Конечно, серебро подорожало, все украшения из Дагестана
будут гораздо дороже, поэтому я вот и говорю, сейчас последний шанс очень по хорошим ценам закупиться натуральными камнями. Смотрите, какая красота. Это тоже эксклюзивная коллекция все была, тоже с виноградной кистью. Артикул 32-877. Цена была 10-780, сейчас цена за кольцо 7000. 19,5. Шикарные просто камни. Так, все по кольцам. Подвесочка осталась совсем-совсем одна, тоже с виноградной кисточкой. Крупный коралл. Здесь все закрыто, чтобы с кожей не соприкасалось. Душка большая. Под круглую цепь, под гривну, под что угодно, под шнурок. Артикул 73-266. Вес средний около 16 грамм. Рассчитывайте, чтобы вам цепь носить удобно было, не перетерлась. Цена была 9 550, сейчас цена 6 210. Сейчас покажу, возможно, кто-то захочет комплектиком, можно тут комплектик собрать. И осталось у нас два браслетика в морском стиле, вот такой со звездой. Ну, кто предыдущий смотрел, я его уже показывала. Здесь морские звезды, шикарный совершенно кусок коралла, кусище, я бы сказала. Замочек карабин, плюсом здесь цепочка на увеличение идет. Артикул 12-294, средний вес около 40 грамм. Цена была 18 730, сейчас цена 12 180. Это для такого браслета вообще, можно сказать, за даром. И еще один браслет с виноградной гроздью, тоже с натуральный коралл. Много серебра, виноградные, смотрите, какие тут все украшено очень красиво. Также идет цепочка на увеличение. Здесь все закрыто. Замочек карабин. Вот такая красотища. Артикул 12-284. Размер регулируется от 18,5 плюс еще 3 сантиметра получается до 21,5. Цена была 19 200, сейчас цена 12 680. Прошу прощения, 12 480. Сама считаю, сама цифры путаю. Вот такая красота. Вот к нему как раз можно подобрать и подвесочку, и кольцо. Вот такая будет шикарная виноградная коралловая сказочка. Очень красиво. Можно просто, в принципе, смиксовать кольцо с подвеской. Вот такие вот будут у вас богатые украшения. Все, все показала, рассказала. Ссылочки внизу под видео. Цены сказала. Вопросы, если остались, пишите. Вайбер, WhatsApp, группы ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Телеграм. Вроде уже охватили все, что можно. Еще раз напомню, вот такая у нас сегодня красота. С натуральными кораллами от Дагестана. Ждем ваших заказиков. Спасибо, что смотрели. Всех люблю. Пока-пока.